Давай поставим где-нибудь вот тут. Ты туда. Друзья, всем привет. Сегодня с Ильичом мы выбрались посмотреть Малую реку в надежде на то, что вода открыта. Но, честно сказать, разочаровались полностью, потому что... Мы поверили обещаниям Александра Волынкина. Он говорит, все, ребята, реки открыты, езжайте. Мы тут взяли уже все хатули, там, я не знаю, я уже все джерки выструганные взял с собой, а тут вот... Потому что лед стоит, будь здоров. Нет, но местами кое-где вода есть открытая. Ну, это не то, что открытая вода, а такие, как промоины, и ловить там, честно сказать, не очень удобно, потому что надо будет спускаться, и берег, как правило, крутой. Еще неделю, думаю, подождем, а дальше видно будет. Потому что, ну, вот мы смотрим ролики какие-то, люди ловят либо на юге где-то Черноземья, либо на каких-то технических водоемах, которые, да, вот. Где типа... сливы есть какие-то в реке теплые. Да. Как бы то, что у нас в городе Днепр, к примеру, он тоже, он растаявший. Ну, такие типа ТЭЦ техногенные, которые служат охладителями для каких-то реакторов и прочее. У нас вот по малым рекам, я не знаю, сколько это еще, ну, через неделю, может, через две. Не, не через неделю точно. Судя по тому, что здесь лед под 20 сантиметров. И... Нет, тут именно потому, что место такое. А вот где именно там намыто уже, мне кажется, ну, через недельку. Как бы я просто... Я хочу застать тот момент, когда у нас вода еще не поднялась, и в то же время уже все растаяло, чтобы проплыть на лодке. Мы ни разу весной не плавали на лодке. А люди весной плавают на лодке и ловят очень больших рыб. У нас в регионе? Нет, не у нас. Вот просто у нас, мне кажется, это буквально одни или двое выходных такие будут, чтобы вода была еще не вот такая и мутняк, и в то же время, ну, ото льда свободная. Ну, я, кстати, думаю, что это какая-то шляпа будет полнейшая, потому что я вспоминаю, как обычно мы на лодке этим занимаемся, и что-то у меня такие прям сомнения есть, что мы будем лететь, как обычно, там где-то проскочим, и ничего не будет. Я бы, конечно, с берега больше всего попробовал. По-моему. Берег для слабаков, судно но для пацанов. Ну, это ладно бы, короче, это так, у нас видео такое, говорилка. Хотели еще по выставке сказать пару слов, в целом, ну, описать эту картину с выставками, а то мы вот сняли ряд роликов у нас на канале, и своего мнения как такового мы не выразили через эти ролики. Так что давайте еще этому уделим внимание. Вот давай, Ильич, твое мнение какое, что по выставкам, какая тенденция складывается в последнее время? Выставки все лучше и лучше с каждым годом, и уже настолько лучше, что даже снимать не хочется. Да, если серьезно, последняя выставка 21 года, выставка 22 этого года, она проходит не в ВДНХ, как обычно, а, короче, в Москва-Сити, там, в комплексе. Экспоцентр. И да, и как бы нам прям вообще не нравится. Во-первых, ну, по понятным причинам, нету привычных стендов. Как бы ни МИДы, никого, крупняков. Как бы, если в том году... А в том году было больше, чем в этом. В этом вообще ничего. Народу нет. Да и людям... Вот ты приезжаешь туда, в этот Москва-Сити, если с другого города, да даже если москвичи на автомобиле, ты, блин, хрен его где поставишь. Парковки стоят по 400 рублей час. И, ну, сами понимаете, на выставке ты минимум часа 4 пробудешь. Как бы прям вообще неудобно. И ладно, это если ты... Ее оставил, и там выставка того стоила, но выставка того не стоит. И первый показатель того, что выставка того не стоит, это когда ты походил по выставке и деньги вообще не потратил там. Ну, знаешь, я вижу в первую очередь, откуда вот эта вся начинается проблема с вот этими изменениями. Во-первых, все началось с того, что вот это ковидное время пошло, и сделали на ВДНХ, как там называется, ковидкарий. Ковидарий. Да, ковидарий, ковидкарий, как. И все. И то есть площадя, вот это пространство выставочное, оно перенеслось в экспоцентр. Но в экспоцентре очень дорогая аренда. И многие, в том числе, из-за этого отказались. Плюс вот такие стенды, как Ильич там сказал, как МИДа огромные, они не участвуют. Ну, мне кажется, в том числе это связано, во-первых, с высокой арендой, во-вторых, с очень низкой проходимостью на этих выставках. То есть деньги платят люди огромные. И вот мы когда были, не получается, в самый людный день, в субботу, а мы были в пятницу. Ну, людей очень мало.
Вот эта тенденция вообще выставочная, вот эта выставка прям. Вот как раньше, нет такого ажиотажа, что да, там вот начинается вот это нагнетание нет, рекламы. Нет, желания. Праздника никакого желания нет вообще. Вот, мы приехали, получается, вот что увидели. Самые крупные стенды, это стенды, как правило, спонсоры, это какие там, Трофей, Макс Фишинг. Вот Волжанка. Эти, Волжанка, ну это априори нам там неинтересно, Дунаев. Поплавочка, еще какие-то. Ну и есть какие-то такие стенды непонятные, которые большие, там типа какие-нибудь Абу Гарсия, которые... Ну это Макс Фишинг. А, ну, они представляют по факту три палки непонятно каких, которые никому не интересны, сами о них ничего не знают, и какой-то там то есть... воблера джерки вешают. То есть политика вот нам вот этих брендов не знаю. Мы вот зашли, как Ильич говорит, на Абу Гарсия, на Макс Фишинг, там были какие-то... Ну, крупная резина, джерки, понятно, посмотреть. Но мы перешли когда к удилищам. Вот здесь у меня вообще очень жирный знак вопроса появился. Почему ставят три стойки? Я не знаю, может, у них позиции эти не продаются или что. Спиннинги с тестами там ультралайтовые до 7, до 10 грамм. Все тревелы идут. До 80, до 60 грамм тоже все тревелы. Ну, вот зачем ребята такую... площадь арендуют, но, непонятно. Скажем просто, что бренд Абу Гарсия в России, он, никто его не знает и почти никто на него не ловит. И которые вообще, что там за палки, о них вообще никто не слышал. Обзоров не на слуху. И сами, как бы, на большей части стендов на выставке, то есть, ну, кто там представляет, не продавцы, я не знаю, как их назвать, короче, представители этих брендов, они не общительные, ничего, то есть... Вот, кстати, об этом тоже нужно упомянуть. И вот когда люди там говорят, половина сидят, это вообще какие-то, я не знаю, оптовики, для чего там люди сидят. Подходишь, они, во-первых, крайне недружелюбны, многие, многие, подчеркиваю, не все такие. Либо, когда они уже идут на контакт, например, там вот мы подходим, мы под нашим... Это без камеры, ребят. Без камеры, просто мы подходим какой-то там вот рюкзак потрогать. Они такие, у нас опыт, все, типа, идите отсюда. Это крайне, крайне странное отношение. Когда есть камера, у них какое-то тоже, я не знаю, понимание видно свое, я не знаю, в голове. Они как-то относятся враждебно. Три слова могут сказать, все, там выходит три минуты. Вот это, мы не будем его сейчас зафильтровывать. Кому? К Браун Перчу мы так подходили. Да. Типа, ребят, давайте снимем туда-сюда. Вот короче, резина. Из обычных вы на слуху. Продаванов нас отфутболивали от одного к другому. В итоге какой-то женщине или директрисе, или кто. И посыл был такой. Ролик получился, я посмотрел, ровно на 2 минуты 15 секунд. Она рассказала обо всем. И сказала, ну, таким, ну, как снимете? Вы видео мне пришлите. И мы выложили у себя, типа... Короче, типа я такая деловая, вообще. Да? Типа, как будто я гендиректор там салона Bentley, такая среди этих резинок. И таких, наверное, 50 на 50 на выставке. А все остальное, то, что мы видели, где-то вот ходили, это что называется, вот как многие в комментариях писали, там, барыги, не барыги, кто-то там свою продукцию представляет. Ребят, барыги это те на выставке, как правило, кто арендует площадь, туда запихивают всевозможные свои товары, причем старые. И мы сталкивались даже с тем, что они выдают старые, очень старые модели за новинки. Ну, тем самым, знаешь, пользуясь неосведомленностью рыбацкой. И по тройной цене продают. Вот это барыги называются. А те, кто именно свою продукцию представляет, они просто торгуют и представляют, там, не знаю, какой-то свой продукт, свой бренд. Также там были разные типа «Даюй». Сейчас как там? «Дайо» у них этот ребрендинг произошел. Да-да-да. Еще Максимус отказался выставляться, еще кто-то отказался. По сути, вот только Пиранья представил новинки спиннинговые, вот, которые будут летом в продаже. Я ждал Серебряный ручей посмотреть. Да? Он же сразу сказал, что не будет, потому что у нас с ним рамсы. А, то есть он из-за нас? Ну, я думаю, да. Нет, я думаю, все дело в том, что он на новый, новый Defender купил себе, а на выставку денег не осталось. И iPhone с четырьмя камерами. Но в Новгород он поедет, между прочим. И все. Тот зал, который представляет там технику, охоту, ножи и прочее, ну, нам априори не интересен. А в рыбалке, получается, как такового ничего нет. И выставка, она с каждым годом вот так схлопывается, и скоро она просто утратит вообще свою актуальность. Ну, это я, по крайней мере, так вижу. Ну, сейчас, да, по всем понятно, что время такое и коронавирус,
Тут еще все эти дела всем понятные. Но я думаю, что в ближайшие 2 года это все, даже если это все просядет, всегда все двигается в мире вверх-вниз, вверх-вниз. И когда какой-то спад, обязательно будет подъем. Так что особо не переживайте, это все мелочи. Вот еще есть такой момент, что многие в этой в рыболовной среде друг друга знают. И вот приятно с людьми пообщаться, вот, которые идут на контакт, дружелюбные, общительные. Мы даже и зрителей наших встречали, подходили, поговорили. Вот это интересно. Плюс факт того, что вы можете посмотреть вживую, потрясти какие-то спиннинги, покрутить катушки, посмотреть, это тоже многого стоит, потому что, ну, не каждый может, знаешь, вот вживую там не то что палку какую-то потрясти, а просто посмотреть. Здесь, конечно, это плюс. Но единственное, что мало очень участников. Из этих участников половина такие, когда вы подходите, ребят, давайте снимем ролики, они такие, а, нет, выкручивайте сами и делайте, что хотите. Но ВДНХ, конечно, было... Да и атмосфера другая, и вообще классно там было. На ВДНХ, вот я вспоминаю, мы с Ильичом, когда даже первые года приезжали, настолько возле некоторых стендов просто не так протолкнуться было, посмотреть. Идешь, там лекции какие-то, Старков, еще кто-нибудь. Семинары, там, семинары. Да, семинары целые. То есть это было вот, ты реально приезжаешь такой, и, блин, ты попадаешь в тусовку как в бы. Атмосфера да, вот какая-то чувствовалась. Блин, а сейчас, конечно, этого нет. Но это все будет. И поэтому вот мы сняли сколько там, 3 ролика Дэна Вихрова, пираньи, удочки, вот это и все. А остальные там... Остальные ролики, которые мы, там были какие-то представители, мы их снимали уже по 10 раз, и в комментариях все писали, да это фуфло, там какие-то торгаши и прочее, и мы даже заморачиваться не стали. Ну, такая выставка. А, флагман, кстати, еще украинский, он тоже не приехал. Вот. Да, почему? Ну, почему? Да сейчас в тебе комментах накидают, да. Почему? Да пускай накидывают, кстати, я... За флагман мониторил, потому что он был в списке участников изначально. У них спиннинги неплохие были, но я в руках не держал, скажу честно. Они по дизайну прикольные, у них были разные серии. Вот у меня был какой-то интерес. Я до последнего надеялся, что все-таки они будут представлены. Ну, тут понятно, короче. Вообще, да. Что по поводу всех тенденций, закрытия социальных сетей, инстаграмов, ютубов и так далее. Первое, что... Не паникуем. Даже если все у нас заблокируют, мы на телевизоре не останемся. Все перетекут в другие социальные сети. Что сейчас, ну, если вы на кого-то подписаны, стоит следить за этими людьми ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутуб, если это видео. И что? Наверное, все, да? Ничего? Мы есть везде. Инстаграм, Телеграм, Телепорт. В Рутубе я сегодня заведу аккаунт. Просто на Дзене я попробовал, но он больше как текстовый. Пока что работа с видео мне там не очень нравится. На Рутубе он все-таки больше под видео заточен. Ну, более такая калька с Ютуба. И также по монетизации тоже не переживайте за блогеров, как бы... Все основные бабки люди получали с рекламы прямой. Да, монетизация была приятная на Ютубе, но на Рутубе она также будет. Поэтому не бойтесь, если всех везде забанят, просто перейдем в другую социальную сеть, ничего страшного не случится. Начнем сначала, вообще ссылки не переживайте. Ссылки везде на все осталось. Да. Для нас монетизация это... Пустяк просто. Самое дорогое для нас это вы, наша аудитория. Все, а ссылки везде продублированы будут. Но, кстати, по поводу Яндекс.Дзена, если поток такой пойдет, ну, да, они да. Может, допилят, сделают какую-то оболочку более приятную. Хотя вот для меня, я с телефона захожу, там снизу получается этот органайзер, статья, текст, видео, какая-то вот эта байда начинает также листать. Давайте объясню немного ситуацию людям, кто особо в этом не разбирается, что значит сама блокировка. С самими каналами ничего не произойдет. Их не удалит никто, не заблокирует. Они будут доступны. Блокируют, что значит блокировка Ютуба и Инстаграма? Блокируется непосредственно выход. Ну, то есть, само соединение до этого сервиса вам не будет доступно. Uh-huh. Если вы там подключаете VPN, просто скачиваете в Play Market, в App Store программу VPN, нажимаете подключиться к VPN,
ваш телефон, ну, имитирует то, что вы как будто находитесь в какой-то другой стране, и вы заходите на эти сервисы также. То есть ничего, YouTube не... Грубо говоря, вы YouTube сможете всегда смотреть через тот же VPN. Ну, просто заморозить. Какие, да, минусы, что если это VPN бесплатный, у вас либо ограничение в гигабайтах, то есть сколько вы в месяц можете посмотреть, также ограничение в скорости, это будет медленней. Если вы там платите рублей 300 за этот VPN, все, никакой разницы. Поэтому вообще не переживаем. Контент, даже он с YouTube никуда не денется. И не переживая, пусть авторы тоже не переживают, его можно будет скачать, ну, через VPN. Также, вот я слышал, для авторов полезно, Рутуб заявлял, что у них будет возможность переноса всего контента из YouTube к себе на сервис. То есть Рутуб — это газпромовский этот, и они обещают и с рекламой тоже помогать 100% дохода отдыхать. Поэтому вообще они за это тогда... не переживайте. Да. Мы не будем, я не знаю, на уровне там пейджеров общаться. Все останется плюс-минус так же. Все приложения, которые все допилится, сделается идеально, не волнуйтесь. Их и так все, большинство приложений делали российские разработчики, российские дизайнеры, потому что во всем остальном мире дизайн всех приложений, функционал — говнище. Поэтому у нас все будет хорошо. Типа Фейсбука. Ребята, чтобы вы понимали, сайт госуслуг, но в мире не где-то, я не то что говорю, как это звучит, я понимаю как, но если бы вы посмотрели какой-нибудь сайт там страховой в Америке, их там как бы банк какой, чтобы вы понимали, у них в банке, я не знаю, двухфакторные там аутентификации нет, у них можно оплатить просто, ты вот ввел реквизиты, все списалось, тебе ни смс-ка с кодом не придет. Я это говорю к тому, что не переживайте, мозгов в России хватит, чтобы сделать аналог. То есть все будет в порядке. Не, вообще не парьтесь по этому. Никто никуда не исчезнет. Все ссылки будут под этим видео. Так, какие у нас планы? По рыбалке пока ясно. Может, еще, кстати, запилим. У нас есть на карандаше пару тем, почему мы обратно возвращаемся к рюкзакам от сумок. Я и не уходил. Не, ну ты не уходил, понятно. И еще там, возможно, какие-то приманки покажем частично. Еще, может быть, как бы напишите, если вы хотите. Есть всякие огрызки с рыбалок летних, но они такие, понимаете, просто незаконченные. Может быть, вы хотите, мы склеим это в одно видео, в два видео, потому что, ну, где-то вообще без рыбы просто бродилки есть, сенчи даже. Да, поэтому как бы можем и такое дозалить. Я не загружал их пока, потому что просто старался загружать с лета, ну, более законченное, где есть начало, конец, какая-то история. Так что как-то вот так. А так, в планах вот ближайших, наверное, все-таки возьмем мы все-таки мотор. То есть, если нам с этим курсом... Короче, как мы размышляем? Да, 9,9 – это замечательно. Но с этим курсом вообще сейчас непонятно, ничего ни у кого нет. Ценники меняются. И думаем, что даже китайцы 9,9, возможно, мы не потянем. Но мы посмотрим до июня. И на крайний случай просто... Мы возьмем какую-нибудь шестерку, типа того. И просто мы так поразмышляли, в принципе, если нам это для того, чтобы на реках куда-то у нас заплывать против течения, нам шестерки хватит. Не, мало будет. На двоих. Ну, если на двоих, смотря какая лодка. Мы посмотрим, во-первых, разницу в цене. Там мы уже будем от этого отталкиваться. Тут не будем пока загадывать. А так, в принципе... Что-то да возьмем, короче. Потому что на таких перекатах, на мелководных, в этом году все-таки будем делать ставку на забродку. Там идет запись? Да, да. Батарейки сколько там? А, батарейки много. Тут просто в камере была проблема, что она перегревается, но наконец-таки у нас погода позволяет. Потому что мы нашли, я не знаю, сколько раз уже об этом говорили, несколько локальных перекатов, прям таких, перекатов-перекатов, где, ну, там с лодкой нечего делать, то есть только забродка. Я просто как думал, ну, вообще, если 9,9 купить, на него есть насадка водометная. Сколько-то она еще стоит, но с этой насадкой теряется мощность где-то процентов 20-25. Но зато для нас это вообще получается как бы кайф с водометной насадкой. То есть, ну, просто где мы ловим, там нельзя проплыть 5 километров, вот просто по прямой всегда сидишь ты и куришь. Там у нас бревна, меляки, ну, то есть это тяжело будет. А с водометом мы бы поменьше мучились. Вот, как-то так.
Ну, будем, ладно, будем уже предметно мониторить обстановку ближе к делу. Так что это вся информация, которую мы хотели вам сказать, сообщить. Пока что так, пока все ловят рыбу, мы стоим еще вот здесь и рассуждаем. Так что, парни, всем спасибо за внимание. Мы остаемся с вами, вы остаетесь с нами. Если что, ссылки все. Все, будут. Да, все ссылки, подписывайтесь везде, а там уже разберемся, всем что понадобится. Пока.